Речь сегодня идет о тяжелой острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV-вирус. Это вот название. Коронавирус. The new coronavirus. 欢迎收看重症. Количество погибших от коронавируса в Китае превысило. Чтобы перевести на осадное положение целое государство, этому вирусу потребовалось всего несколько недель. Сегодня границы закрыты. Свободное передвижение внутри страны ограничено. Выставлены блокпосты. Люди не выходят на улицы. Больницы переполнены. А среди врачей уже есть первые смертельные случаи. Количество индивидуальных средств защиты стремительно сокращается. Гражданам других государств настоятельно рекомендуется пройти обследование и покинуть зараженную территорию. Весь Китай объединился, чтобы дать отпор и остановить распространение инфекции. Чего нам ждать от новой эпидемии? Есть ли у нас защита от вируса, природу происхождения которого сегодня ищут ученые всего мира? Будем ли мы готовы к вторжению и сможем ли дать отпор инфекции, стремительно расползающейся по планете?